Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Матвей, и сегодня мы поговорим про Hyundai Accent, он же Hyundai Solaris. Поехали! То есть у нас как обычно, мы едем, ну грубо говоря, 100, и я хочу разогнаться до 130. Вот давайте засечем, сколько это произойдет. Солярисы, они действительно отличаются. Машина просто потрясающе себя ведет. Не верьте вот этой вот лжеустойчивости. Маневр, жопу увело. Разницы с Kia Rio здесь, кстати, практически и нет. Если вы купили себе такой автомобиль, пожалуйста. Вот 120 ваш потолок, не надо быстрее. В конце этого видео предложу вам очень достойного конкурента, поэтому эту тему, считаю, можно закрывать. Берегите себя и подписывайтесь на мой канал. Допустим, вы захотели приобрести себе такую вот повозочку. Сколько вам придется подготовить на это денежек? Ну, когда вы откроете прайс-лист, вы там увидите ценник в 14 тысяч долларов, плюс-минус. И что же вы получите за эти деньги? Вы получите активную безопасность, то есть систему курсовой устойчивости и вот всякое подобное. Вы получите фронтальные подушки безопасности H2. И, в принципе, на этом ваши бонусы закончатся. То есть, дальше вы получаете абсолютно голый автомобиль, без всяких там подогревов, без всяких допов приятных, без климата и прочего. То есть, это будет голый автомобиль с мотором 1.4 и коробкой механика. Сказать, что это плохо, да нет, вполне себе достойно. То есть, если вы рассматриваете автомобиль для каких-то там разъездов, для доставки, идеальный вариант. Действительно, за эти деньги очень классно. Но если вы выбираете автомобиль для себя, то вам придется потратить 15, 16 и даже, возможно, 17 тысяч долларов. А именно вот 17 тысяч долларов будет стоить топовая комплектация. Что туда входит? В принципе, все, что вы можете вообще вот придумать в своей голове вот насчет такого автомобиля, что в нем должно быть, там будет. За исключением вот этих вот таких вот мелких деталей, а там свет в бардачке, там какая-то отделка, вот что-нибудь такое. И единственное, здесь не будет отделки из кожзама. К сожалению, в Hyundai ее не предлагают. Если вы хотите отделку из кожзама, вам это принципиально, можно первое перешить салон, и второе купите просто Kia Rio. В целом автомобиль очень похож, но есть отличия. Что же мы, в принципе, имеем вот в этой цене? В этой цене у нас находится Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Там вот где-то она начинается, но она чуть-чуть дороже будет. И, конечно же, Renault Logan, Lada Vesta. В принципе, вот все эти бюджетнички. Но с кем мне хотелось бы сравнить этот автомобиль? Мне бы хотелось его сравнить, ну, во-первых, с Kia Rio, потому что это самый ближайший конкурент, практически один и тот же автомобиль, но вот со своими небольшими различиями, о которых я сегодня расскажу. И, конечно же, Renault Logan. Потому что если вы смотрите именно бюджетный автомобиль, то есть а-ля вот за 14 тысяч долларов, то вы получаете топовый Logan или базовую версию акцента. И как бы топовый Логан будет в каком-то контексте даже интереснее. Вот об этом я тоже сегодня расскажу. Но если вы рассматриваете топовую версию Hyundai Accent, то в конце этого видео предложу вам очень достойного конкурента, который находится не в этом классе, но в этой цене. И действительно автомобиль очень интересный с определенных позиций. Ну, кто смотрел все мои видео до этого, уже наверняка догадался, о чем я говорю. Феррари. Ламборгини. Мазерати. Пагани. По мягкости, прям вот бесспорно, машина волшебная, реально очень все здорово, очень все классно, машина просто потрясающе себя ведет, она сглаживает все практически неровности, и это очень хорошо, это действительно очень здорово, мне очень нравится ехать на этом автомобиле, и они сделали, в принципе, ну вот невероятно. Я ожидал от этой подвески жесткость Kia, но ее нет. Реально нет, машина мягенькая. Одна из самых больших проблем этого автомобиля, то что вот прям колбасит. По поводу мощности мотора, не хватает. Реально не хватает для динамичной езды. Но в целом, если вы едете спокойно, то нормально. То есть вот мотора 1.6 хватает вот как раз, чтобы набрать нужную скорость и спокойненько ехать. Как бы разгон до 100 мерить нет смысла абсолютно. Ну, допустим, вот у нас ситуация, нам нужно выйти на обгон. То есть у нас как обычно, мы едем, ну грубо говоря, 100, и я хочу разогнаться до 130. Вот давайте засечем, сколько это произойдет. Я вкидываю пятую в пол. Ну вот раз, два, три, вот 110, 120. Ну вот только сейчас у меня 140. Окей. Давайте попытка номер два. Мы скидываем снова до 100. Только сейчас я уже попробую это сделать с четвертой передачи. Вот у нас 100,
100. Давайте. Четвертое. Оба, поехали. Так, 110. 120. Ну, уже повеселее. Ну да, вот 130. То есть дальше вкидываю шестую и все, спокойно поехал. В принципе, если вы скидываете до четвертой передачи, а автомат у вас именно до четвертой стинет, то в принципе, ну, нормально, как бы машине хватает динамики именно выйти на обгон. Но я один в салоне. Пусть я, конечно, большой человек, меня можно за двоих считать, но если у вас будет 4 человека в салоне, даже 5 человек в салоне, полный багажник, там даже четвертый не хватит. На третью в отсечку мотор, это, ну, мне просто жалко машину. Давайте поговорим о общей надежности этого автомобиля. Во-первых, лакокрасочное покрытие. Оно здесь достаточно слабое, как и на всех корейцах, как и на современных японцах, как и на Renault. В принципе, почти на всем, особенно бюджетном, лакокрасочное покрытие у нас слабенькое. И здесь есть такой нюанс, что крыша и вот эти вот верхние стоечки, они не так хорошо обработаны, именно вот оцинкованы, и они могут у вас подцветать со временем. Безусловно, это будет не год, не два, но появление сколов до металла, через зиму, через две у вас, скорее всего, вот эти места начнут зацветать. Есть такой маленький нюанс. Поэтому лучше крышу, хотя бы вот крышу, может быть, верх стоечек, пленочкой обработать, и вообще все будет хорошо. На капоте тоже появляются сколы, но они не ржавеют, не гниют, с ними все хорошо. Также краска очень любит облетать с арок, с задних арок, и ну, такая достаточно частая проблема, потому что они здесь немножечко выпирают, и вот как раз туда все это дело летит. По поводу подвески. Есть нюансы, действительно они есть. То есть, например, стойки у вас будут жить там, до 100 тысяч километров, например, 60-70, может быть, там, в зависимости от условий. В общем, где-то от 50 тысяч, меньше вряд ли они у вас, конечно, выходят, и где-то до 100 тысяч, вот, скорее всего, вам придется стойки поменять. Также у вас могут вылететь ступичные подшипники, особенно если вы любите ездить по плохим каким-то дорогам. Опять же, бывают исключения, у кого-то они раньше ложатся, у кого-то они вообще не ложатся, то есть, ну, у каждого свое. Ну вот, по статистике действительно есть с ними проблемы. Также есть проблемы с рулевой рейкой. Она начинает иногда подстукивать, ну, на пробегах после, наверное, 100 тысяч километров. И есть еще проблема, конечно, со стойками стабилизаторов. Ну, куда же без них. Они живут здесь где-то, наверное, от 30 тысяч километров. Ну, у кого-то дохаживают до 60, до 70, как повезет. Лечится элементарно. Просто меняйте на те же оригинальные запчасти. Стоит это действительно недорого. И каких-либо проблем в этом я не вижу. Просто вот особенность автомобиля, что да, подвеска здесь все-таки не идеальна. Ну, а что, хотели, собственно говоря, от бюджетника. И очень приятная особенность, автомобиль реально мягкий. Вот это вот просто был шок, потому что предыдущее поколение Соляриса, оно было действительно жесткое. Это была погремушка, которая отбивала и протряхивала позвоночник владельцу по каждой неровной там деревенской дорожке. Здесь нет, здесь вы едете по плохой дороге, и она отрабатывает. Ну, действительно, если съехать на очень плохую дорогу, там, где прям такие колдобины огромные, да, безусловно, это не Renault Logan. Ну, однозначно. Все-таки не тот уровень мягкости, но в целом по городу, даже по плохому городу, где вот такие есть, ну, небольшие неровности на дороге, она их все проглатывает, вы их в принципе не чувствуете. И это очень большая заслуга, в принципе, модернизации подвески этого автомобиля. Я встречал информацию, что здесь стоит подвеска, а именно стойки пружины от Hyundai Elantra. А это автомобиль классом выше, и он действительно мягче. И я верю, что это действительно так, вполне возможно. Потому что машина стала ехать абсолютно по-другому. При этом она еще и управляется неплохо. Действительно, на скоростях до 110-120 км в час претензий по управляемости к автомобилю нет. Он очень хорошо проходит повороты, четко стоит на дороге, все вот здорово. Но если вы едете уже 120, 130, 140, не верьте вот этой вот лжеустойчивости. Если вы едете прямо, вообще никаких проблем. Машина может разгоняться даже там до 150 и выше. Вы не почувствуете каких-то различий. Но малейший поворот, машина начинает болтать. Вот обращайте на это внимание и будьте внимательны. Не гоняйте на бюджетниках. Очень вас прошу. Мне нужны подписчики живые, чтобы ставили лайки, чтобы подписывались на канал. Поэтому берегите себя и подписывайтесь на мой канал. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, место. Места здесь действительно хватает. То есть мне и ноги есть куда раскинуть, и над головой места много. Как-то и по ширине меня ничего не прижимает.
Все здесь хорошо. Единственное, конечно, сиденье мне здесь недостаточно удобно, недостаточно комфортно, потому что боковая поддержка все-таки как-то узковата, подушка сиденья коротковата и нет поясничного упора. Но в целом большинству людей здесь будет приятно и комфортно, потому что, ну, у меня большая все-таки комплекция, я большой человек, и мне нужна немножко специфическая сидушка, чтобы мне там было комфортно. По поводу руля. Он здесь, конечно, приятный, такой мягенький. Вот. Ну, действительно, очень приятно за него держаться. И мне нравится то, что он здесь, ну, не под копирку сделан. Если мы говорим про салон Kia, то он такой же, как у всех. Он такой же, как у Audi, он такой же, как у Porsche, он такой же, как у даже Volkswagen Polo. Сейчас большинство автопроизводителей стараются вот сделать именно такой дизайн. Это, безусловно, красиво. Но это красиво тогда, когда это еще и качественно. Например, в Audi этот салон, ну, он классный, действительно шикарный, потому что все материалы качественные, все, каждая мелочь продумана, доработана, здорово. В Kia Rio был один маленький нюанс. Все хорошо визуально, до ручника. Вот ручник сделан действительно, вот, блин, как в Жигулях. Вот обычный пластик, все, и никаких там изысков нет. Притом качество материалов тоже спорное. Я сказал, что там вставочка из алюминия, но нет. Я потом читал форумы, действительно никакого алюминия там и в помине нет. Это просто крашеный пластик. Здесь крашеного пластика в разы меньше. И здесь не ощущается какого-то выпендрежа, какого-то вот копирования, какого-то дизайна чужого. Здесь действительно индивидуальный дизайн. Эта машина, она отличается от остальных. И это хорошо. Потому что вот в тот период, когда все пытаются копировать все друг у друга, солярисы, они действительно отличаются. Причем внешне. Это очень красивая машина. Например, Рио мне не очень нравится. Именно внешне. Да, пусть там сзади она очень красивая, но вот именно спереди, ну, спорный дизайн. Кому-то понравится, ну, мне не очень. Здесь и сзади, и спереди бесспорный дизайн очень красивый. Они очень красиво сделают эту большую решетку, вот эти фары вытянутые. Все здорово. И в салоне то же самое. Вы понимаете, что за дизайн здесь, вот как в машине, можно поставить только твердую пятерку. О нем подумали. Здесь как-то вот есть единый образ. То есть какая-то вот индивидуальность. И этого нет ни у Kia, ни у Polo, ни у Логана тем более. Ну, хотя нет, у Логана есть своя индивидуальность. Это утилитарность его просто. Но кому-то нравится, кому-то не очень. Но объективно могу сказать, что да, Логан, он не обладает такой красотой, какой-то изяществом. Нет. Здесь это все есть. Здесь действительно машина очень приятная. Так, давайте поговорим про техническую часть этого автомобиля. Что же здесь может устанавливаться и какие с этим бывают проблемы? Первое – это моторы. Здесь возможны два варианта моторов. Мотор 1,4 литра поколения Kappa и мотор 1,6 литра поколения Gamma 2. Почему я говорю про поколение? Потому что в 2017 году произошла их смена. И старые моторы поколения Gamma 1, или просто Gamma, сменились на новые. И вот с этого момента начались различия между моторами 1.4 и 1.6 литра. Если в поколении Gamma эти моторы были практически одинаковы, там, за небольшим различием, то уже начиная с 2017 года эти моторы стали принципиально разными. И из мотора 1.4 литра, мотор 1.6 литра вам сделать будет уже гораздо труднее. Какие плюсы есть у мотора 1.4 литра поколения Kappa? Во-первых, в нем появились маслофорсунки, как заявляет производитель. То есть это маслофорсунки, которые охлаждают поршни. Для чего? Для того, чтобы снизить риск появления задиров этих моторов. Его масса уменьшилась на 14 кг за счет изменения массы поршней и за счет изменения, собственно, массы гильз. Здесь стоит мотор, в принципе, сам алюминиевый, но гильзы в нем стоят чугунные. И было бы все здорово, но у них еще уменьшили. И получается, что спорный вопрос, можно ли будет этот мотор потом гильзануть в случае чего. Потому что моторы поколения Gamma, они имели достаточно большие гильзы, и, в принципе, можно было их как-то гильзануть, поставить ремонтные поршни другого размера, и все хорошо. Здесь это будет более тонкая операция, более сложная, ну и, соответственно, более дорогая. В поколении Gamma этот мотор имел один фазорегулятор. В поколении Gamma 2 мотор стал иметь уже два фазорегулятора. В принципе, это больше всего коснулось экологии, потому что мощность мотора не изменилась, крутящий момент не изменился. То есть немножечко изменился расход топлива, и, в принципе, по экологии он стал немножко лучше. Но в плане надежности, опять же, изменений каких-то не было. Что касается именно поведения машины на трассе. В целом, по прямой я еду вообще класс. То есть машина стоит на дороге устойчиво, ощущение складывается, что все хорошо. Но как только я делаю какой-то маневр, вот, например, в бок, оп, я сделал маневр в бок, и у меня как бы задница доводит через, например, там, полсекунды, секунду мое движение.
То есть у меня уже морда, грубо говоря, встала, я уже вырулил морды, а жопа повторяет это движение. А теперь представляете, вам нужно сделать перестановку. Например, у вас резко кто-то появился спереди. Вы выруливаете вправо, сразу же влево, но жопа у вас повторяет движение с задержкой. И вот когда вы вырулили вправо и уже выруливаете влево морду, жопа у вас еще рулит вправо. И вот в этот момент вас нахрен разворачивает. И вот это самая большая проблема этого автомобиля с точки зрения устойчивости. И все, кто ругаются на этот автомобиль именно вот на устойчивость на трассе, они правы. И они правы только потому, что они понимают, как автомобиль должен себя вести на дороге на такой скорости. Например, на Subaru такого не было, на Audi такого не было. Ни в коем случае на этой машине нельзя разгоняться. То есть вот я сейчас еду 130, и уже машина начинает побалтывать даже вот напрямую. То есть если разогнаться там до 140, мне уже некомфортно. То есть машина начинает уже покидывать, я чувствую, как у меня жопа виляет. И как бы вот те, кто разгоняются на этом автомобиле 150+, ну, ребят, вы просто немножко не соображаете, что делаете. Потому что действительно машина недостаточно хорошо управляется, чтобы на ней ездить на таких скоростях. Просто поймите этот момент. Машина не спортивная, и жопа у нее действительно уводит. Если, не дай бог, вам придется прибегнуть к каким-то критичным маневрам, там вырулить где-то, там что-то объехать, препятствие какое-то, вы банально не сможете этого сделать. Поэтому, ребят, стоит ли? Ну, то есть вот, еще раз, 130 км в час, делаем маневр, и вот я сделал маневр, и вот жопа увела. Сделал маневр, жопа увела. Маневр, жопа увела. То есть, видите, задержка есть где-то вот полсекунды. И это критично. На самом деле, это очень критично, когда вам нужно сделать резкий маневр. Конечно, системы стабилизации здесь работают, и машину они очень часто выравнивают. Но поверьте мне, есть такие ситуации, где ESP вам не поможет. Где никакая система курсовой устойчивости ничего вас не спасет. Если, например, попадете где-то на гололед, не дай бог. А очень часто на гололеде встречаются моменты, где, ну, там фуру, например, развернуло, или просто там какая-то машина решила резко остановиться, и вы не успеете ее объехать, банально. Что, сейчас попробую показать, как светят фары в этой машине. Вопрос достаточно актуальный для многих. Ну, то есть вот, абсолютно неосвещенная дорога, еще не рассвет, и они достаточно хорошо все освещают. То есть вот каких-то проблем на низкой скорости именно у меня нет. Если я врубаю дальний, то вот, вообще все хорошо идет. Очень классная штука, вот когда поворачиваешь руль и подсвечивается, собственно, та противотуманочка, в какую сторону ты поворачиваешь. Вот. Ну, действительно, очень неплохо работает и очень хорошо подсвечивает. Потому что здесь вот противотуманочки, они прям настроены очень правильно. Ну, вот, например, я, допустим, хочу сюда повернуть, и вот я не вижу, что здесь происходит, и оп, я уже вижу. Что касается коробок передач, тут все скучно и однообразно. Здесь есть шестиступенчатый автомат и шестиступенчатая механика. Обе коробки, в принципе, беспроблемные. Единственное, что я бы, конечно, посоветовал масло в них все-таки менять. В АКПП здесь, кстати, нет поддона. Увы, вам не получится так прочистить, поэтому просто слили масло, залили масло, все. И делать это, ну, хотя бы раз в 100 тысяч километров. Коробочка вам скажет только большое спасибо. Механики, в принципе, все аналогично. Коробки очень приятные, очень надежные, очень ресурсные, и каких-либо проблем с ними действительно нет. Поэтому эту тему, считаю, можно закрывать. Еще одним нюансом автомобиля я бы выделил слабое лобовое стекло. Оно здесь достаточно жесткое, и если в него прилетают камушки, а если вы едете по трассам, то вам часто прилетают камушки, оно может треснуть, может просто на нем образоваться какой-нибудь скольчик и потом разойтись. И также оно достаточно быстро затирается. Вот если вы долго не меняете дворники, ну, может так брикловатое стать. И не зависит от того, есть у вас там нить обогрева или нет нити обогрева. А если у вас есть нить обогрева и у вас треснет стекло, то замена стекла будет стоить там порядка $500-600. И как бы такое себе удовольствие. Поэтому действительно стекла здесь не самая надежная часть автомобиля. Опять же, учитывайте, что если у вас что-то произойдет с обогревом лобового стекла и у вас не будет каска на автомобиль, вам придется эти $600 отдать из собственного кармана. Если учесть, что обычное лобовое стекло, даже оригинальное, будет стоить порядка $200, то здесь ценник уже, как понимаете, немножко другой. Что касается электрики, здесь с ней действительно есть некоторые проблемы. Ничего вот прям критичного, чтобы там, не знаю, у вас машина как-то встала из-за плохой электрики, здесь не будет. Но могут отмирать светодиоды, например, фар, вот где-то на пробегах 100+. Может заглючить приборная панель, могут какие-то кнопочки заглючить.
Так вот, по мелочи действительно может быть много всего. Также любит здесь умирать обогрев переднего сиденья, особенно с водительской стороны. Ну, потому что, во-первых, вы на него постоянно воздействуете, а во-вторых, сам нагревательный элемент достаточно слабый и тоже часто с ним обращаются. Но ничего прям такого критичного здесь, конечно же, не будет. Вот по мелочи, по мелочи, по мелочи. По поводу расположения экрана мультимедиа. Экран не бликует. Единственный момент, здесь нет камеры заднего вида. Хотя есть большой мультимедийный экран, по идее, это должна быть камера, но нет, это, скорее всего, предлагают как опцию. И вот меня это действительно удивило. И нету изначально стандартного приложения по навигации. Тоже для меня это было откровением. Но в целом дисплей приятный, пользоваться им удобно. Мультимедиа действительно хороша, поддерживает все основные функции, к телефону коннектится, каких-то проблем с ней нет. По поводу рукоятки КПП. Вот она здесь, наверное, самая утилитарная, в принципе, во всем автомобиле деталь. Потому что она сделана вот вся из пластика, из такого черного, без вставочки. Ну, вот тут верхнюю вставочку, конечно, я бы сделал хотя бы вот под хром. Кнопочки все очень приятные, нажимаются легко, все крутилочки подсвечиваются, все приятно. Единственное, не подсвечиваются кнопки на двери. То есть подсвечиваются все 4 кнопки стеклоподъемников, но не подсвечиваются, например, замок. Потом не работают регулировки зеркал. То есть тоже, например, сегодня утром хотел настроить, мне пришлось прям вглядываться, чуть ли не фонариком туда светить, чтобы найти эти кнопки. Вот не понимаю, почему нельзя было подсветить вот буквально 5 кнопочек. Странно. Потому что провели сюда проводок, да, по идее, так поставь-то пару лампочек. Нет, сэкономили. Есть такие вот мелкие недочеты. Например, нету света в бардачке. А так все стандартно, все как во всех автомобилях. То есть у вас будет, в принципе, все, что вы захотите. Руль здесь регулируется как по вылету, так и по наклону. Это, ну, в принципе, уже относительно стандартная вещь для автомобилей. Но, кстати, здесь это опция, то есть чтобы он регулировался по вылету. Это есть не в базовой версии. Ну, как я уже говорил, в базовой версии у вас вот таких вот даже приятных мелочей не будет. Здесь есть, кстати, регулировка яркости панели приборов. И вообще панель приборов на самом деле очень приятная. Она легко читаемая и сделана вот очень стильно. В принципе, в дешевых комплектациях она проще. Вот это тоже меня немножко удивило, то что панель приборов тоже зависит от комплектации. И в дешевой комплектации она такая не самая лучшая. Но если мы берем там среднюю комплектацию, дорогую комплектацию, все классно, все читаем прям вот тут. Мне очень нравится. И опять же, есть все возможные обозначения, то есть скорость, мгновенная скорость, расходы, все что угодно. Кстати, по поводу расхода. На моторе 1.6 с механикой средний расход здесь получается в районе 8 литров по городу. По трассе выходило в районе 5,5-6, но рекорд был 5 литров расход бензинового мотора. Так что очень достойно. Единственный момент в том, что очень узкая карта двери. Вот что в Kia Rio, что здесь, ну, действительно узковато, и руку на нее не положите. А для меня вот именно подлокотник двери, он как-то низковато, наоборот, расположен. То есть мне неудобно, вот именно левую руку мне как-то проблематично здесь расположить. По поводу обзорности. Здесь между зеркалом и стойкой есть зазор. И причем стойка расположена так, что, в принципе, она не такой огромный объем закрывает. И получается то, что у вас, во-первых, стойка не настолько широкая, например, как в той же Ладе Весте. И зеркало не прилегает вплотную к стойке, а есть зазор. И слепая зона у вас практически отсутствует. То есть, действительно, вы увидите там человека, вы увидите автомобиль, и это очень здорово. Но единственное, что да, жалуется то, что салон здесь все-таки начинает побрякивать со временем, особенно в зимний период. Кстати, здесь есть два прикуривателя, здесь есть USB, есть большая полочка под телефон, куда он действительно влазит. Ну, я думаю, все понятно. Сзади места нет. Причем как над головой, и вот тут, блин, ну, ё-моё, ну что на Kia Sportage это было? Ну, он, правда, вперед был скошен. Что здесь это вот сзади? Я понимаю, конечно, что дизайн, да, автомобиля за счет этого такой, как присаженный, прикольно, ну, скошенная крыша. Но садиться сюда неудобно, места здесь нету. То есть сел я за собой, рост мой 1,82 м, и я не влез. Ну, я реально не влез, потому что я уперся в сиденье. Я буду давить сиденье водителю, прямо массажик делать ножками. Не гуд, совсем не гуд. По посадке, ну, тоже не скажу, что она здесь прям удобная. Ну, есть, правда, да, как бы минимальная боковая поддержка, минимальная подпопная поддержка.
Туннель, кстати, здесь очень низкий. То есть в целом втроем здесь теоретически именно вот по ногам, например, разместиться можно будет, но по ширине тоже здесь не особо много места. А так в целом, ну, обычный задний ряд. Ну, ничем не выделяется. То есть, как бы сказать, что здесь задний ряд хорош, к сожалению, я не могу. Давайте немножко поговорим про багажник этого автомобиля. Все-таки автомобиль очень часто покупают семейные люди, например, там муж, жена и там один-двое детей. Поэтому важный вопрос, влезет ли сюда коляска, ну и вообще, насколько здесь большой багажник. Во-первых, вот такой вот очень интересный ключик есть. Да, классный, реально классный, очень приятно сделан, гравировочка. Ну, в принципе, такой же, как и в Kia Rio. И багажник здесь открывается с кнопочки. То есть зажимаем. Та-та-та-дам. Опять же, он не прыгает, как в Логане. Вот меня дико там бесило. Здесь все приятно, как бы все хорошо. И багажник здесь действительно большой. То есть и высота у него приемлемая, и по глубине багажник достаточно хорош. Здесь есть слева ремни, справа есть полость, куда можно что-то положить. Действительно, багажник здесь, ну, достаточно большой, и коляску вы спокойно сюда запихаете. Разницы с Kia Rio здесь, кстати, практически и нет. Поэтому по багажнику как-то вот отличий я здесь особо и не нашел. Какие же здесь могут возникать проблемы? Давайте влезем. Блин, тяжеленький такой капот. Приятно его поднимать. Прям чувствуется мощь. Оп. Здесь может возникнуть первая главная проблема с катализатором. Вот это прям беда автомобиля. Ну, кстати, беда автомобиля именно Kia Rio. Что удивительно, хотя там точно такой же мотор, вроде бы точно такой же катализатор, но если вы откроете форум Kia Rio, именно вот по проблеме катализаторов, там будет прям такой говносрач, там куча случаев, что вот там чуть ли не на 30 тысячах вообще лег катализатор, еще и мотор за собой утянул, там стружка в моторе, стути, что там только не было, обращение к дилеру, там петиция не подписана. Ну, в общем, если интересно, просто залезьте на форум по именно этой проблеме, я думаю, вы все найдете. И сегодня чисто ради интереса залез на аналогичный форум Hyundai. Что я там нашел? Первый человек говорит, блин, вот купил себе Solaris и вот волнуюсь, чтобы там с катализатором ничего не было. Типа, пацаны, подскажите, что вообще бывает. И там один человек отпишется, вот, говорит, у меня тоже лег катализатор, все, там машина встала, беда, там вырезали, заменили. Пробег 300 тысяч. И, в принципе, все. То есть, вот, других каких-то случаев вот именно массовости какой-то нету. Это говорит о двух факторах. Либо здесь другой катализатор, либо владельцы Hyundai очень ленивые для того, чтобы лезть на форум и еще что-то там писать. Что здесь еще интересного? Во-первых, подлезть здесь можно ко всему без каких-то проблем. Действительно, все расположено с зазорами, везде очень большие промежутки, дыры, и вообще все легко поменять. Каких-то проблем здесь, в принципе, не будет. Но есть такой нюанс, что вам придется регулировать зазоры клапанов раз в 100 тысяч. Есть такая проблема. Здесь нету гидрокомпенсаторов, к сожалению, хотя вроде бы мотор современный, но, увы, увы, здесь еще стоят толкатели, и нужно регулировать эти зазоры. Эта процедура стоит порядка $150-200, и, в принципе, ничего критичного в ней нет. Просто приезжайте к дилеру и делайте. Могут возникать какие-то звуки посторонние, летом стрекотания, это просто работа форсунок, и, в принципе, все. Здесь, кстати, не непосредственный впрыск. И это действительно, в принципе, плюс, потому что надежности как раз топливной системы здесь каких-то претензий нет. Некоторые жалуются, что эти моторы начинают подъедать масло. В каких случаях это происходит? Если у вас, не дай бог, развалился катализатор, засосало керамическую стружку в мотор и появились задиры, ну, как показывает практика, эта ситуация вполне возможна, то действительно моторы начинают подъедать масло. И рано или поздно он может просто встать, добить себя сам, как говорится. Без, ну, работы без масла, как мы знаем, моторы редко выживают. Поэтому, если у вас мотор начал постукивать, то лучше, конечно же, все-таки поехать и отремонтироваться. Ну, или каждый день следить за уровнем масла. Благо, щуп здесь есть. Каких-то проблем проверить уровень нет. Эти моторы имеют цепной механизм газораспределения. В чем плюсы? В том, что не нужно каждые 60 или, как у некоторых производителей, 90 тысяч ездить к дилеру и менять этот ремень с комплектом там, вот этих вот роликов. Здесь все проще. Здесь вы раз 150 тысяч приехали, поменяли цепь и ездите себе дальше.
В целом, замена цепи здесь не настолько дорогая, как, например, на Audi или на BMW каких-то там, вообще космические деньги. Здесь все, в принципе, приемлемо, там, в несколько сотен долларов вам это выйдет, там, 300-400, даже 200, вот. И каких-то проблем здесь с этим мотором, в принципе, у вас не будет. Но если вы на это забьете, у вас цепь хорошенько так растянется, можешь загнуть клапана. И вот тогда придется лезть мотор, капиталить. Ну, зачем это нужно? Просто раз в 150 тысяч замените цепь. То есть раз в 100 тысяч вы регулируете зазоры клапанов, раз в 150 тысяч вы меняете цепь. Также смотрите на состояние катализатора. И в целом, если вот за этими тремя вещами будете следить, мотор у вас отходит 500 тысяч плюс. В принципе, у таксистов эти моторы ходят еще больше. То есть моторы действительно очень надежные. Про современный мотор 1.4 капа, то есть который 2017 года, еще трудно что-то сказать, поскольку он только-только появился на свет. Но, тем не менее, есть все предпосылки ожидать от него большой надежности. Потому что, в принципе, конструкция не сильно изменилась. Ну что, концовочка. И ответ на самый главный вопрос. Kia или Hyundai? Kia Rio очень приятный автомобиль. В салоне находиться приятно, все как-то качественно выглядит, все красиво, все интересно, автомобиль достаточно надежный, но есть нюансы. Он очень жесткий. Мне очень не понравилось то, что это жесткий автомобиль. У него спорный дизайн. Многим нравится. Многие говорят, что классно. Я не буду говорить, что дизайн плохой. Я скажу, что он спорный. Потому что, например, у Акцента мне дизайн нравится гораздо больше, чем у Рио. Но это, конечно же, мое мнение. Но однозначно Hyundai гораздо мягче. И она гораздо лучше отрабатывает все неровности. Если мы берем, конечно, такую жесткую деревенскую дорогу с такими вот ямами, то, да, безусловно, там Hyundai тоже сдаст свои позиции. Не настолько у нее классная подвеска, как, например, того же Логана. Но если мы берем просто городские улицы, пусть там даже где-то убитые, где-то недоделанные, с ямочным нашим дорогим ремонтом, то... Да, действительно, Hyundai будет приятнее. По устойчивости на трассе, что Kia, что Hyundai, примерно они на одном уровне находятся. То есть до 110-120 км в час все хорошо. Дальше начинают уже болтать, выкидывать и вот непонятное виляние задницей. Это не есть гуд. Машина не должна так управляться на больших скоростях. Но это не спортивная машина, она к таким скоростям не приспособлена. Поймите это сразу. Гарантия. У Kia 150 тысяч, у Hyundai 100 тысяч. Загоняться из этих 50 тысяч и выбирать Kia я бы не стал. Я бы реально выбрал Hyundai. Внешность, индивидуальность и качество. И мягкость. Вот, в принципе, его основные плюсы перед Kia. По ценнику то на то. Действительно, если вы просто начнете сравнивать два прайза, то разницы какой-то существенной там не будет. Что одна машина... В принципе, неплоха, что вот эта машина неплохая. Они обе попадут в диапазон где-то 15-17 тысяч долларов. Так что, опять же, из-за кожзамовых сидений, да и нафиг это надо. Господи, есть чехлы всегда, можно перешить кресло, и ребята очень хорошо делают. Чуть ли не лучше, чем вам это делает завод. Поэтому не заморачивайся на этот счет. Если вам больше нравится Hyundai, берите Hyundai. Что касается Lada Vesta. Ну, посмотрите мой обзор, я там, в принципе, обо всем рассказал. Если мы говорим про Renault Logan, этот автомобиль будет дешевле. То есть топовая комплектация Logan пересекается с базовой комплектацией Акцента или Rio. Но Logan машина эстетичная и для тех, кто не особо заморачивается по салону. Мне глубоко фиолетово, какой у меня там пластик и не знаю, как это все выглядит. Мне главное, материал руля, то, до чего я докасаюсь, то, чтобы мне было удобно положить руку, да, то, чтобы мне как-то ничего не сжимало, чтобы было место, чтобы было комфортное сиденье, и чтобы, в принципе, было место под мой багаж, под моих, собственно, родственников, да, жену, детей. Все. Дальше мне хочется комфортно проехать по дорогам, комфортно доехать до дачи. Я не хочу так вот колбаситься на каждой кочке, нахрен мне это надо. Поэтому я, конечно, выбрал бы Logan. Но, с другой стороны, если вы выбираете все-таки топовую комплектацию Акцента, то рассмотрите Duster. Да, меня снова закидают какашками, что, блин, ты задолбал своим Duster'ом, но, ребята, он стоит те же 17 тысяч долларов, и это кроссовер, полноприводный, дизельный, с кучей места, с маленьким расходом. Расход у Duster'а в городе 7 литров. Это меньше, чем здесь. Но единственный нюанс, конечно же, на Duster'е с дизелем нету автомата. Если выбирать машину с автоматом, я бы однозначно выбрал Акцент. Если выбирать машину с механикой,
Я купил Duster. Собственно, я и купил Duster, потому что мне без разницы, на какой коробке ездить. И на все бюджетники у меня есть обзоры на канале. Поэтому прошу вашего внимания. Смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Да и вообще подписывайтесь на мой канал. Я же именно для вас стараюсь. Всем пока!